Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. І у нас сьогодні в студії гість, настоятель Свято-Нікольської соборної церкви, протоїрей Михаїл Бойко. Отець Михаїл, здравствуйте. Здравствуйте, дорогі благословите, зрители. Батюшка. Бог благословит вас. Отец Михаил, в эти ноябрьские дни, 10 ноября, Православная Церковь совершает память святителя Дмитрия Ростовского. И не случайно сегодня мы вспоминаем о нем, потому что его заслуга перед Церковью велика. Но и не только перед Церковью. Это великий святой, о котором стоит поговорить и которого стоит знать. Можно даже сказать, что это уникальный человек своего времени, поскольку он совершил тот колоссальный труд, о котором задумывали еще известные своими митрополиты, как Петр Богила, Иннокентий Гизель, киевские митрополиты, и при митрополите Варлааме Ясинском, который и поручил своей Климиту Ростовскому заняться этим колоссальным трудом. Труд авторский, поскольку он сам лично трудился, и он действительно собрал в коды собрания жития святых, их систематизировал по календарю на каждый день. Для этого ему приложилось немалые усилия прикладывать, много паломничать, собирать буквально по крупицам то, что можно было где-то найти, но не только их собирал. Он также анализировал с разных источников, исправлял, дополнял. И из жития его известно, что он сам писал о том, что многие святые являлись ему во сне, которые, как великомученица Варвара, мученик Орест, которые сами говорили о том свидетельстве, о тех тяжких испытаниях мученичества его венца, которые им довелось понести. Отец Михаил, простите, говорим о Дмитрии Ростовском. Отец Михаил, а вот будьте добры, не случайно же святитель Дмитрий Ростовский взял на себя подвиг такого тяжелого труда? Как протекала его жизнь, в какое время он жил, и почему именно на него выпала такая миссия собирать жития святых и их упорядочить и поставить в календарные дни? Это призвание Божие, поскольку, как я говорил, это была задумка до него еще, но все усилия, которые были положены до этого, они не увенчались успехом. Сами жития святых – это то предание церкви, которое является живым примером о житии человека, который жил на земле, также подвергался тем же искушениям, испытаниям веры, но все-таки он достиг святости, и его образ жития является доказательством той великой истины, что человеку возможно, будучи на земле, приобрести спасение, жить благочестиво, исполнять заповеди Божьи, и эти жития святых являются примерами. Первые жития святых известны были из еще древней церкви первых веков, когда мученики засвидетельствовали о своем вероисповедании римским властям во времена гонений императоров римских. Но в то время всегда все хрономерировалось, поэтому были записи судебных актов, которые свидетельствуют, кто по какой причине исповедует запрещенную христианскую веру и каким подавался мукам, мучениям для того, чтобы отказался от своего вероисповедования или подвергался уже смертельному наказанию за то, что он не отрекся от христианского вероисповедания, веры в единого истинного Бога. Они легли в основу первых сказаний жития святых, из древности эти жития сказывали, пересказывались, также записывались, и в традицию даже богослужения суточного было правило во время, определенное время, когда идет богослужение, люди присаживались на седалище, и в это время для них считались жития святых, как поучительные рассказы. Конечно, служение продолжалось по 4-6 часов, поэтому именовалось всеношной, оно действительно тянулось с ночи аж до утра. И в это время жития святых читались, ввиду того, что не каждый обладал грамотностью, и не каждый мог его для себя самолично прочитать. Позже, конечно, когда стало возможно самому каждому назидаться в чтении, поскольку была такая возможность, уже они издавались, из правила использования и во время богослужений уже отпало. Поэтому жития святых читались вне богослужения, а именно минеи начали называться служебными, либо богослужебными,
или праздничными, а также минея чити. Чити – это чтение минеи. Вне богослужебной практики читали для назидания своего жития святых. Дальнейшее это правило жития святых читается в монастырях на трапезах, как обязательное чтение во время принимания пищи. Святитель Дмитрий Ростовский открыл для людей целый мир. Мир, который наполнен светом и который наполнен благодатью. Это мир святых мучеников и мир святых тех людей, которые пострадали за Христа и жили ради Христа. Надо также сказать, что это не только святые первые веку. Уже сама Русская Церковь имела множество святых. Но период, в котором он жил, это середина 17 века, когда много было житий святых утеряно ввиду Татаро-Монгольского нашествия, которые не ценили книги. Также во времена гонений на православных верующих территории Речи Посполитой, где навязывалась политика окатоличивания. Эти жития святых были в разорозненном виде, и никто до этого никак не мог их собрать воедино, чтобы именно можно издать единые книги. И уже митрополиты Варламки, Ясинский, Киевский, задался этой целью, чтобы типография Кипичерская лавра занялась изданием этих житий святых. Надо было собрать коллегию или нескольких людей, которые могли бы, ну, для этого надо было до этого также и собрать эти жития святых. Для этого необходимо было посещать там, где они сохранены, обособно это было по монастырях, но тем не менее необходимо было владеть знанием языку. А святитель Дмитрий Ростовский, миру Даниил Туптало, он получил блестящее образование в свое время. Он закончил Киево-Могилянскую коллегию в лучшем расцвете своих годы. Он прекрасно владел греческим, латинским и польским языком, ну, естественно, и славянским языком, и русским языком. То есть на то время все, в каком языке не сохранилось жития святых, он мог его прочесть, он мог его сравнить, он мог также переписать на русский доступный язык своего времени. Поэтому тот труд, который его призвал митрополит Киевский, в 1689 году издается первая книга его, первая книга месяца сентября, он собрал жития святых месяца сентября. Человек, кроме того, что он трудился над своим главным трудом издания чити минеи, он также был выдающимся проповедником. После окончания Киево-Могилянской коллегии он пошел по духовной линии, не принял линию своего отца, который из простых казаков дослужился до сотника. Это очень высокое звание, по нашим меркам можно сказать, даже полковничье звание. И он выбирает духовную линию, но только лишь он один, а также его три сестры также уходят в монастырь, в киевские монастыри. Они, многие, двое из них стали игуменями монастырей. Это свидетельство о том благочестивом воспитании, которое он получил в своей семье. И также его родитель позаботился о том блестящем образовании, которое он получил. Но те таланты и те учения, умения свое, он действительно отдал церкви. Он колоссальный свой труд сотворил для того, чтобы мы теперь, сегодня наше поколение, грядущее поколение, имели тот великий дар наследия и хранили его, и научались также им. Будучи также игуменом впоследствии монастыря Кирилловского, который он принимает постриг, многие приглашали его для проповедничества, за то, чтобы он посещал монастыри и проповедовал, потому что понимали, что человек имеет его великий дар, который может донести Слово Божие просто людинам, и именно его красноречие давало ему тот возможность, что люди с любовью послушали его. Он посещает с целью и собрания жития святых множество монастырей. Он многократно посещал и Киев, и Чернигов, также Вильно, пребывал на территории много Литвы, там собирал жития святых, пребывал на территории и России. И когда в свое время, когда занимался переводами, он получал одобрительные грамоты от патриарха Якима, впоследствии также и патриарха Адриана.
Он тот человек, который за 18 веке первый и единственный канонизированный святой 18 века. Святитель Дмитрий, он был канонизирован, его было чудесно обретено его мощи, и так Господь сам явил своего святого народу и проставил его дивную Богу во святых своих. Он был на аудиенции царя Алексея Михайловича, также Петра I. Петр I сам и спросил киевского митрополита, чтобы он даровал ему мужа ученого, умного и добродетельного житием, для того, чтобы территории Сибири получили того святого мужа, который своим житием и словом их наставил в вере истины. Понимаем, что там было языческое вероисповедание в то время. Поэтому был призван в 1701 году, поставлен на кафедру сибирскую и тобольскую, митрополит Дмитрий, но он смирение принимал то послушание, которое было дано, но тяготел, поскольку, бывая так далеко от центра России, особенно от Киева, где был доступ к библиотекам, к монастырским хранилищам, где он мог дальше продолжать свой труд, пребывая там на дальнем расстоянии, конечно, он не мог в дальнейшем работать своим главным трудом. И он, будучи в Москве, заболел, он там год пробыл в болезни, и, видя его тяжкое здоровье, Петр переменивает ему кафедру на Ростов. На Ростов пребывая, он посетил в первую очередь Яковлев монастырь. И первый же день своего пребывания в Ростове увидел место и сказал: «Здесь я упокоюсь навеки». И уже первый день назначил место свое погребение. То есть предугадал свою кончину. Свою кончину, и то, что дни его до кончины своей будут, только именно в городе Ростове. Паства тоже нуждалась в добродетелем пастыре, поскольку он видел тут недостаток уровня, как и нравственного, также и недостаток уровня обучения паствы, которая нуждалась в этом. И первым делом, что он делает, он утверждает училище для того, чтобы люди, и в первую очередь призывает сыновей духовенства, а тогда именно по линии родителей своих практически люди и шли, продолжали их дело, и сыновья духовенства принимает, поступает туда, он их забирает, также лично научает, ставит дальнейшие заботы об их образовании, и также лучших оставляет вновь, чтобы они продолжали дело обучения. Для широкой проповеди, также для того, чтобы те же ученики были люди, имели дар речи и не боялись публичности, он ставит пьесы, в основном это были рождественского смысла, к празднику Рождества, и сам лично пишет эти пьесы. Это было своего рода такое новшество, но это уже на манер Западной Церкви было новшество, когда были уличные театры. И эти уличные театры, они свидетельствуют о нищете школы, которая зарабатывала таким образом, ну и также, что сами ученики трудились и над образованием своим, и над тем, чтобы донести даже таким образом в виде добрых рассказов народу Слово Божие, или же там были также и библейные повествования краткого содержания. В школе обучалось более 200 человек. На то время это огромное число, учитывая Ростов, который был город не таким большим, а на то время еще есть здесь там меньше, то практически можно понимать, какое усилие для этого необходимо было приложить, чтобы это начать и это продолжать. Дмитрий Ростовский в свое время, будучи также на Ростовской кафедре, посещал множество других, как я говорил, монастырей, но тем не менее он отличался большой скромностью. Он скромно одевался, у него даже не было, скажем, собственного экипажа. Хотя да, уровень его занимаемой должности мог бы ему позволить. Он, когда отправлялся в путь, отправлялся пешком или же на попутке. Собственного экипажа он не имел, и на все полагался во всем на волю Божью. Свой труд он закончил в 1709 году. Была отдана печать последней книги его «Чити Минеи». И в 1752 году были обретены его мощи. В 1705
Он, да, он закончил, было и до Киева Петра, а в 1709 он скончался. Сегодня как раз и есть тот день памяти, предстательства, когда ушел усоп у Господа святитель Дмитрий Ростовский. Вся его жизнь полна труда, терпения и смирения. Вспомнил это также о том, что он на том месте, который указал первый день места своего захоронения в Яковлевском монастыре в соборе, в 1752 году провалился пол. Пол провалился, лагерь упали, и таким образом они... Сами по себе, сами, да? Сами упали. Лагерь не знали почему, какую причину, но они увидели, что они, когда упали, вскрыли крышку гроба Дмитрия Ростовского, и оттуда увидели, что он совершенно лежит нетленным. Поэтому и после этого, когда мощи были обретены, вытянуты оттуда, было совершено множество исцелений, молитв и именно народное почитание уже до еще канонизации. Слухами полнилось то, что до мощей Дмитрия Ростовского прилагалось множество людей и получали исцеление, выздоровление. И молитвенно взывали к нему всех своих жизненных нуждах. Так уже Господь прославил своего святителя, который также собрал множество сказаний и множество преданий. И до этого времени, благодаря этому колоссальному труду, казалось бы, для одного человека не посильному. Ну да, в принципе, если посмотреть даже современным взглядом, то непонятно, как это могло быть, как он мог поднять такой труд. Будучи человеком и множеством... И хрупкого здоровья, и занятый, да. Человек большой занятий, это все ночные бдения, все по ночам. Он писал, трудился, старался, чтобы дать нам тот... то великое наследие жития святых, которое он собрал. Он известен в церкви по главному своему труду, но также церковь чтит его как угодника великого Божия. Он прилагал те колоссальные усилия ради того, что и молил Бога, чтобы он все-таки закончил начатое им дело. И Господь даровал ему силы здоровья это дело закончить. Теперь же, имея такое хранилище жития святых, которое его трудами было собрано воедино, переведено на русский язык, даровано нам для нашего чтения вразумления, нам же, конечно, надо его беречь и хранить. Отец Михаил, а будьте добры, глядя сегодняшними глазами на святителя Дмитрия Ростовского, ну, мы знаем, что у Бога нет времени, нет расстояний, нет прошлого, нет будущего, есть нечто такое... постоянное, Бог вечен. Но, тем не менее, живем мы сегодня, а Дмитрий Ростовский, от его жизни отделяет нас практически 2 века. Но, тем не менее, вот вы сказали, что жизнь его была полна труда, терпения и смирения. А еще его жизнь была озарена вот таким подвигом труда. Мы сегодняшние, ведь мы можем что-то взять для себя, ну, кроме того, что мы просим молитв святителя Дмитрия Ростовского, для себя, чему мы можем научиться из его жития? Житие каждого святого назидательно, поскольку каждый святой жил в разные времена, и в разные времена были многие трудности. Он жил в то времена, когда умер последний патриарх Адриан в 1700 года, потом Петр I вводит синодальный период, который тянулся до 1917 года. Синодальный период давал много препятствий для того, чтобы церковь сама лично могла собой управлять, поскольку был синоде был обер-прокурор, являющийся как бы оком государевым. Это все-таки давало контроль над церковью, но тем не менее святитель Дмитрий явился тем камнем веры, который показал возможность человеку, что с помощью Божьей можно преодолевать все. И это его период, середина 17 до 18 века, он не был и одним из легких. Это период множества войн, это период нестабильности, это период некоторых народных восстаний. Это вы не о сегодняшнем дне говорите, Михаил? Нет. Потому что что-то напоминает, да, телезрители? Вот что-то такое, есть некая незримая связь с тем временем и нашим временем. Но тем не менее, святитель явился примером смирения, терпения и послушания. Отец Михаил, вот говорят, что чем больше читаешь о жития святых,
то эти святые становятся твоими личными друзьями. И благодаря труду святителю Дмитрия Ростовского у нас появилось очень много личных друзей, но тех, о которых мы читаем, у святых я имею в виду. Это правда? Каждое житие, оно поучительно для каждого периода, для каждого человека. И каждое житие святого, когда мы о нем читаем, мы им назидаемся, но мы и также, кроме научения, чувствуем себя его как бы родным, тем угодником, которому хочется обратиться за помощью, чтобы, когда мы молим святых, чтобы они о нас походатели перед Господом, это молитвенное взывание всегда будет услышано. Тем более, когда мы не только лишь знаем, что память празднуется какого-то святого, но тем не менее, как в древности было, что человек всегда научался и должен знать хотя бы кратко, как святой провел свое житие, в чем заключался его подвиг. Ведь пример Дмитрия Ростовского, он отличительный тем, что человек, по сути дела, больше своей жизни жил в миру. Был среди круга людей, которым доводилось бы встречаться, людей образованных, людей именно сановитых. Как я уже говорил, он неоднократно видел царя и Алексея Михайловича, тоже царя, который предшествовал, он был свидетелем его, когда он находился в Москве, смуты Софьи, и период, когда царь Петр прятался в гонении Софьи. И ведь он был свидетелем тех всяких бунтов и восстаний, но тем не менее его вера не пошатнулась. Он был верен Господу, верен своему делу и свое призвание довел до конца. Вот такая глубокая вера, она, конечно, является примером и назиданием для тех, кто иногда усомняется в том, что под гнетом скорбей, переживаний, треволнений, начинает сомневаться в том, что, ну а где же ж Бог, почему нас не слышит? Сомневается в вере в промысл Божий. Если человек занимается верой в промысл Божий, конечно, он или надеется уже больше на себя, или на силы мира сего, но тем не менее Господь никогда человеку не дает то испытание, которое ему не по силам. И также человек должен понимать, что любое испытание веры и также любой труд его жизнедеятельности, если он начинает с молитвы, с упованием на Господа, он уже человек не один. Он уже трудится с помощью Божьей. Есть еще один очень хороший пример из жизни святителя Дмитрия Ростовского. То, что, будучи наделен такими талантами, получив прекрасное образование, он все свои таланты посвятил во славу и Божью. Все труды его были пронизаны именно для того, чтобы прославить имя Бога в житиях святых. Можем ли мы сегодня и свою деятельность направлять? Если можем, то как, отец Михаил? Хотелось бы, чтобы не просто так вот проснулся, день прошел, лег спать и так далее, а чтобы все-таки жизнь была пронизана вот этим стремлением. Его примитив заключается, что он не пошел по сословию своего отца, он не принял воинское дело. Он пошел по сословию духовному. Он один из своей семьи, как сын пошел, также за ним последовали и его сестры. Это свидетельствует, что даже люди сословия воинского, также были люди глубоко верующими. Ведь в то время в основном сословие не нарушалось. Чем занимались родители, и главное, именно такого высокого положения, тем должны были заниматься их же и дети. То есть его даже пример опровергает тот факт, что в монастырь идут только бедные и убогие. Нет, человек избрал духовную линию, хотя если допустить, что он не пошел бы по духовной линии, он мог бы составить себе блестящую карьеру. На то время это было одно из лучших и высших образований, которое можно было только лишь получить в Восточной Европе. Отец Михаил, будьте добры, человек столько тратит времени, сначала он учится, он получает образование, потом он строит карьеру, потом он строит жизнь, и так без конца. А для того, чтобы... А когда же жить? Вот современному человеку, через призму жизни святителя Дмитрия Ростовского, будьте добры. Если Дмитрий Ростовский, когда прибыл на Ростовскую кафедру, я уже говорил, он сразу первый же день посетил монастырь, и там же нашел себе место своего погребения. Он не знал, как, естественно, дня своей скончины, но знал одно, что придет время, когда ему придется предстать перед Господом. Поэтому указал место своего погребения. И этим примером он исповедовал ту главную истину,
помни последнее свое, и вовеки согрешишь. То есть, если человек понимает, что всему приходит конец, поскольку человек верующий, он приходит, должен отдать временную жизнь, прийти в вечность. Это памятование всегда человека будет удерживать, давать ему возможность обдумываться, уметь уступить, уметь и полюбить, простить. Если человек это не будет иметь себе правила в жизни, ну, конечно, стремление, оно не ограничено, и чем больше человек будет пытаться достигать, тем меньше его будет это все устраивать. И, конечно, в этой гонке оказалось, что жить-то уже и некогда. И жизнь прошла в одной лишь только лишь гонке. А когда человек вооружен терпением, смирением, есть моменты для того, чтобы подумать о вечном, есть моменты, чтобы подумать о ближнем своем, есть моменты, чтобы просто именно порадоваться жизни, обычной земной. Отец Михаил, спасибо большое. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был настоятель Свято-Никольской соборной церкви протоиерей Михаил Бойко. Мы говорили о святителе Дмитрии Ростовском, память которого Православная Церковь совершает 10 ноября. Я думаю, что и пример его жизни, как и пример жизни многих святых, очень поучителен. А главное, он научает нас тому, что не надо ничего бояться, потому что если Бог с нами, то кто против нас? Це була розмова на тему. На все добре. Все добре.